Войска, в которые вы направляетесь, действительно являются сейчас щитом обороноспособности нашей страны. Благодаря тому, что они оснащены самым современным вооружением, в ней проходят службы профессионалы, может быть, поэтому в нашей стране до сих пор относительно спокойно, мирно, и я уверен в том, что и так дальше будет продолжаться. Вам, конечно, выпала большая честь и ответственность проходить службу в таких войсках. Больше всех, конечно, за вас волнуется ваша матери. Вот вы сейчас вот уходите, унося с собой частичку материнского сердца. Но во все времена священный долг мужчины был защищать родину. А долг матери – ждать вас, ждать вашего возвращения. Вот. И я хочу сейчас вам пожелать, чтобы вы, ребята, служили честно и достойно. Как настоящие мужчины, были лучшие из лучших. Настрой боевой, как бы служить готовы, отдавать честь родине. Это я по собственному желанию. Ты сами пошли? Сам вот собрался и пошел.